что здесь такое? Пожар, что ли, где-то? Фига себе. Всем добрый день. Что-то у нас там случилось, видимо. Еще одна пожарная, еще одна машина. 4 машины прошло. А с дома выезжал, тоже сирены, служба спасения. УАЗик проехал. Еще одна машина, он идет. Ничего себе. Сегодня у нас 15 градусов Цельсия. Все спешат, все нервничают. Заезжай уже ты. Сегодня у нас 7 сентября. Сегодня везде ЧП какие-то. Автоледи задержали. Говорит, а я всего ничего выпил, говорит. 6 рюмочек. Значит, я вам предлагаю пройти освидетельствовать состояние опьянения на месте. Согласны пройти? Да, согласна. Долго протяжительный выдох сюда. Дуй. До щелчка. Все. Идет анализ. Ох. 1,238. Ну, это один из рекордов. Тяжело? Очень много. Господи, это вышло 146. Ну где ваше телосложение? Вот тут. Я 146 выпил. Да, что было? Две бутылки из 146. Поболее тут. Стопок. 1,27, короче. Это, короче, до х**а, да? Это очень много. Это много? Это реально много? Это реально очень много. Охренеть. Ялту заливает. Такие потоки воды, крышки. Люка в ливневке срывает. Сейчас 12 часов смотрел по Первому каналу новость. Обалдеть. Я и собираюсь в Ялту поехать. Где-то после 20 числа. Еще точно не знаю, конечно. Но желание есть, Крым съездить. Вроде как шеф мне обещал отпуск сдать. 22-го у нас день города. Сейчас полностью город порядок приводят. Опоры выкрасили троллейбусные. Серебрянку. Тротуарную плитку по всему городу укладывают, асфальт кладут. Тут все говорят, Ставрополь – большая деревня. Далеко не деревня, конечно.
Хотя много и частного сектора. Если так рассуждать, это скорая помощь. Реанимация. То есть Сочи не город. Чуть дальше отойдешь. Обычный спальный район. Уже не говорю по окрестностям. Да и Москва то же самое. Так что дороги у нас ремонтируются, кстати, вовремя ремонтируются. Только весна начинается. Латочный ремонт пошел, где-то полностью улицы асфальтируют. Очень много нас в этом году улиц асфальтировали. И в том году, кстати, то же самое. Еще такая новость сказали вчера. Шеф мой сказал, главный энергетик, 14 по 22 сентября троллейбусы будут горожан возить бесплатно. Такого еще не помню, что было, чтобы бесплатно возили. Городу 241 год будет. Был основан в 1777 году. Да, что в Ялте творится, это вообще... Я просто в шоке. Я уже так думаю, ехать мне в Крым или не ехать, даже не знаю. Кстати, недавно, друзья, как вы знаете, я приехал с Краснодарского края. Были мы в поселке Огонь с дочкой. Все, 3 часа утра приехали. 30-го. Августа. В общем, дорога заняла где-то что-то 6 часов. В 8 часов мы поехали. Были в Небуге, потом в Туапсе заехали. Морской порт посмотрели и уже с Туапсе домой поехали. Вообще, честно говоря, никуда не хотелось вот ездить. Еще даже никуда с города не выезжал. Тем более погода сегодня вообще у нас холодно, кстати. Некоторые даже в куртках ходят. Ну, потом небольшой обзорчик я такой сделаю о своей поездке на море. Я считаю, что мы удачно очень съездили. Погода была теплая. Даже не то, что теплая, а жарко было. До 35 градусов. Знакомый мне, кстати, с Евпатории приехал с Крыма. Вчера он только приехал. Говорит, тоже жарко лучше. Людей, сказал, не очень много. Пляжи не пустые, ну и не полные. Снимал он номер. В общем, номер 2800 рублей. Двух комнат. Он в конце.
конце пути, говорит, уже когда ехал с Крыма. Сюда начал к нам подъезжать ветер, говорит, прохладно стало. Я говорю, Андрюха, ну ты же знаешь, куда приехал. Приехал домой, у нас всегда прохладненько. Ветерочек дует. Говорит, везде делают дороги, сильно там не разгонишься по Крыму. Также говорит, что съездил так нормально, удачно. Ну, уже завтра утром мне все расскажет. Я завтра как раз утром буду менять, и он новости расскажет. Показывал фотографии, видео показывал. Красивейшие места, конечно. Поэтому вот есть у меня желание, конечно, туда съездить, но то, что я в Ялте сегодня видел. Я не думал, что такие могут быть потоки воды. Хотя у нас тоже Кисловодск недавно заливало. Я как раз в Лазаревском был. И видео смотрю. Тоже люки срывало с ливневок. Сейчас еду на работу. Сегодня дома по хозяйству электрикой занимался. Что-то люстра одна секция перестала гореть. Лампочки. Одна секция 5 светодиодных лампочек, другая 8 светодиодных лампочек. В общем, разобрал ее. Сейчас у меня на работе паяльник, я забыл. В общем, надо кое-где там подпаять схему. А так все будет работать. В общем, дом делал, полно скопилось, пока ездил на моря. Так, все, друзья, вот такой дождик у нас сегодня. Ну, 1 сентября у нас всегда холодно. Все, всем удачи. Да, настоящая осень.